трасс стоишь? Нет. Тогда пойдем туда, да? Посидим, покурим. Слегка побьется. Вы там что, облагоустроили маленько? А у вас принесли одеяло, не подушку. А что у вас там? Трава мокрая, да, бля? Дождик был, что ли? Нет. У меня сейчас какие-то перегуляли, бегали, бля. А здесь постоянно тут гуляет. Вас видели, что ли? Да, видели они. Ищем заборы наши сумки. Ковер какой-то, блядь. Что за ковер там? Ваш, что ли? Да. Ну, блядь, пиздец, блядь, вообще все кончено нахуй. Блядь, разобрали, что ли? Лежит, блядь. Ничего не осталось. Пиздец. Вообще разобрали. Вообще все нахуй хлам. Даже, блядь, вон шифер, смотри, блядь, что надо. Вчера макароны сварили, у нас макароны с собой продукты. Макароны вчера были? Да, мы с собой продукты взяли необходимые. Тут сварили, соль, хлеб, был у нас, приправы, все. Вставайте, пиво там, попейте, если сварили, покушали, с водой сходили. А здесь не стали, тут раздолбано все. Костер развели, сварили, так что. Да. Что почти тут работали? Что, не здесь, что ли? Бля, есть работа, но, блядь, знаешь, какая она работа? Там, короче, бля, раньше вишня была, но деревья срезали, а корни остались, короче, блядь. Вот эту хуйню надо выкорчевывать. Ну, я понял. Я просто туда кого только не привозил на дачу, понял? Придут, нажрутся, напьются, блядь, нихуя не сделают, короче. Мы сами-то вот на даче работали, почти второй месяц пошел, там у него работали. Вот тоже без копейки денег за выпивку, за сигареты, ты знаешь, тоже ни свет, ни заря вставать в 5 утра, блядь. Там, блядь, и сваркой занимался, блядь, чуть-чуть нахуй, забор ему сделал, блядь. Дрова перепилили, перекололи, все, порядок, песок. Нет, у меня там дача, она давно на ней не была, неухоженная, сама земля. Все срезано, везде корни торчат. Вот их мне надо выковырнуть, нахуй, там, где заезд, чтобы туда смог заехать трактор. Вот. Единственное, что могу предложить на данный момент. Да, потом еще этот муж приедет. Здесь тоже Накип обещал, бля, работу. Накип, ну, недалеко живет. Он обещал работу, блядь. Если что, говорит, съездим на машине, узнаем. На машине, говорит, съездим? Рабочий или нет, на фирму. В сторону, бля, Удмуртии, нахуй. Там у него друг живет, блядь. Угу. Ему, говорит, съездим, нахуй. Тут работы до хуя, вон, мне, бля, даже... Ну, видишь, без жилья же все. Без жилья, нахуй. Все, что в жилье, бля, упирается, нахуй. Этот, бля, предложил работу. Сам парнишка подошел, блядь, на машине подъехал. А вы же что-то, ты хотел что-то деньги снять там, блядь, как-то что-то... Не получилось же, мы ходили. Да? Банки не дают, нахуй. Может, кредитная история. Может, они кредитные пули. Состояние пьяным, наверное, приходили. Нет. За это? Нет, трезвый, абсолютно трезвый. Абсолютно трезвый. Побритый, все чистенькие зашли. Тогда не знаю. В три места, блядь, заходил. Сначала, блядь, в палитру магазин. Потом здесь вот. Потом сюда в Иликам. И, блядь, сюда в МТС сотовый, нахуй, заходил. Надо было в этот идти вам, блядь, как он? Ай, блядь. Как она, блядь? Ну где восьмая общага? Где общага на той стороне ГЭС? Потом, блядь, в одну эту зашел, блядь, тоже. Быстро деньги, жесть, вот эти, нахуй. А. Как-то там тоже они как-то, то ли через банк, то ли что ли делают. Нет, а я не понял, вот вы в деревне были, вам что, нихуя не заплатили? Вообще не заплатил, он не платит, что, нахуй. Жили там, ушел. Так обещал же вам что-то там, блядь. Это нет, это, блядь. Другой мужичок обещал, нахуй. Он, бля, это говорил. А если, говорит, бля, работать будешь, говорит, 15-20, говорит, будут в месяц вылетать, нахуй, тебе. Ну, вы что-то говорили. Если, говорит, вдвоем будете, то больше будет. Ну, блядь, к нему дозвониться я не могу никак, нахуй. Частник тоже, он, блядь. К нему дозвониться не могу. Сейчас на Кипу позвонил вчера, блядь. Он еще в Казани. Он в Казани еще, говорит, нахуй. Я, говорит, сегодня вечером, говорит, приеду, завтра утром, говорит, увидимся, может, завтра съездим на машине, нахуй. Посмотрим. Короче, непонятно нихуя у вас ничего, да? Да. Толком нихуя ничего не понятно. Да, все раздолбали. Хуйня решится.
Ну вот надо все равно до него пройтись, может он приехал. А пройдемся? Все равно в ту сторону уже. Может, пирога не получится. Там тоже ферма. Не, а видишь, просто что на даче там, ну, там бухать не надо. Там, допустим, если это как-то что-то, там надо только это, работать там. Нет, базару нету. Потому что там соседи все живут, и соседи все положительные там. Я туда, блядь, кого только не привозил, они говорят, Лех, ну хорош, говорят, ну, они не работают. Ты привез, уехал, они, блядь, хуй забили, сели. Пьют, сидят, блядь, ну, это же не дело. Не, базару нету. Мне уж самому стыдно там, блин. Нужно, блядь, сначала работу сделать. Ну ладно, по чуть-чуть ты, блядь, выпил нахуй, чуть-чуть. Ну, по чуть-чуть, видишь, не получается ни у кого. Ну, мы вот у этого, блядь, работали нахуй. Ну, вот, помогали. Урожайно, блядь. Он нам бутылку сразу дает литровую, угу, на целый день. На целый день. Что, как хотите, говорит, ну... Можете, говорит, сразу, можете потом. Мы это обычно, блядь, что мы там делаем, хуяк пойдешь по рюмочке, чуть тяпнешь нахуй. Все, и пошли дальше работу делать. Блядь, вечером уже, да? После бани. После баньки, блядь, пошел ужинать нахуй. У нас там кухня, блядь, своя нахуй. Угу. Сами готовили, блядь, продукты все в холодильнике, блядь, лежат нахуй. Приготовили, блядь, пожрать, вечером, блядь, выпили по три рюмки нахуй и все, спать спокойно, блядь. И не пьяный, и не трезвый, блядь, и заебись состояние нахуй. Дай сигарету. Да, блядь. По чуть-чуть-то, блядь, но даже и не видно нахуй, оно вылетает все, блядь, при работе нахуй. Тем более, если там, как ты говоришь, корни нахуй. Ну ты себя сам как чувствуешь вообще? У тебя есть нормально? Не болею ничего. Кто только не брался, блядь. Берутся нахуй, что-то, блядь, этот. Несерьезно как-то, блядь. Кто же мне говорил, блядь? Вчера. Да, кто-то мне вчера говорил, этот, мол, Лех туда, говорит, забирал на дачу, нахуй. Мужиков, говорит, блядь. Что они там делали, говорит, хуй знает. Ну оттуда, говорит, пьяные приезжали, нахуй. Ну это, блин, это же не работа. Мне-то результат нужен, понимаешь? Базару нету. А что, спецовка есть? А это? У нас пакет с собой, рабочих с собой. Только вот на ноги что? Вот и больше. Да, только это не взяли, галоши не взяли с собой. Нет, так что пакетов. А пакет у меня есть, у меня этот. Пятнистая полностью хуйня, новая. Там сейчас просто это даже, ну, вода-то есть там, питьевая колонка рядом просто. А-а-а. Этот. Помыться негде тоже. Дача заброшенная была, ну, сейчас начали поднимать ее. Второй этаж там нормально, там, ну, сухо, все, этот. А вот на первом, короче, этот, погреб когда рыли, погреб вырыли, полностью все сделали там, дед делал. И, короче, со временем на склоне дача стоит. Весной там вода, короче, заливает полностью вообще. Вот. Ну, до нее еще, до полов там, как этот, до Китая раком, короче. Какие дела, бля. А корни ты как хочешь ну, выкорчить полностью? Подкапывать, что ли? Ну, мы подкапывали, да. Это, блядь, очень тяжело. Это... В принципе, они маленькие, вот такие стебельки. Но... В принципе, да? Корень вот такой в обхват. Mm-hmm. Ну, вот, разного разрастается. Парочку есть таких, блядь, ну, хороших таких корней, да, сидят они прям. Лопата там есть, да, у тебя? Лопата, лом. Лом для этого не нужен, для корней. Не, нет, ну нужен. Нужен? Лопатой подкапывали, да. Лопату втыкаешь и вот гибаешь, лом туда суешь. Ломом подрываешь. У каждого, конечно, методика-то своя. Выкапываешь его? Да. На штык, на полтора штыка полностью вокруг, нахуй. Потом лопатой, блядь, корни, штыковой лопатой корни срезаешь и все, нахуй, вытаскиваешь его. И больше нихуя. А потом эту землю обратно закрыть. Ну там, короче, знаешь, как сколько, вот, чтобы ты понимал, вот как, допустим, вот это вот дерево, допустим, заезд, забор, да? Но. Вот этот куст. Ну-ну. И как бы вот, блядь, вот чуть-чуть не до этого. Вот может до конца этого метров шесть, наверное. Заезд надо сделать, ну, заезд. Понял. Я до ноги позвоню сначала. Если не приехал, то поедем. Ну да. Что за накип?
Накий, блядь, вот в этой девятошке живет. Тоже работа обещал. Съездим, говорит, я говорит, сам, говорит, этот, ему, говорит, не звонил нахуй. Угу. Лучше, говорит, на машине, говорит, съездим. У него легковая машина и газелька есть, нахуй. Угу. На легковой, говорит, машине, говорит, съездим лучше, говорит. Так с глазу на глаз, говорит, переговорим, нахуй. Он, говорит, мой друг хороший. Ну что там, ферма своя, правильно? Да. Тоже частник маленький такой, да. Если ты, говорит, блядь, и на машине, и на тракторе, говорит, ездить можешь, нахуй. А, тяжело, да, Лёх, с обманом, блядь, много сталкиваешься, людям, что надо, блядь, задарма, нахуй, да? Конечно, тяжело так, и за бесплатно тоже работать, без копейки денег. Не, купить бесплатно. Ничего, и не купить ничего, и не одеться, и не... Вот я говорю, если бы тебя, блядь, хотя бы где-нибудь комнату, блядь, снять, хоть общагу у меня. Может, тут можно спокойно работу любую найти. Мне тут, это, блядь, тётя Галя, нахуй, она в этом работает, на стройке, короче. Угу. То ли она прораб, ну... Короче, ну, большой человек. Бригадир. Ну, бугор. Она говорит, я возьму, говорит, в любую бригаду, говорит, нахуй, запихаю, говорит, нахуй. Так а что у них, наверное, где-то все равно в бригадах приезжие есть, где-то живут же как-то. Все челнинские. Да? Да. Или а кто из этих нагородних, они, говорит, на машинах, говорит, катаются, нахуй. Как, говорит, жилье, говорит, будет, сразу мне звони, говорит, я тебя сразу, говорит, нахуй, на работу возьму к себе. Я говорю, там получают, говорю, у вас, нахуй. Короче, в месяц, говорит, 2 недели работаешь, блядь, аванс дают, нахуй, и потом в конце месяца получку дают, нахуй. Угу. 25-30, говорит, вылетает, нахуй, у мужиков. Суббота-воскресенье выходной. Суббота-воскресенье выходной, нахуй. В пятницу короткий день. Праздничные дни отдыхают. Вот сегодня они отдыхают. Да, сегодня день города же. Да, сегодня с праздником. Там же как-то вам этот, там смотри, у меня буржуйка есть. Такая хорошая, стальная. Mm-hmm. На ней там чайник есть, кастрюли есть, короче. Сами готовили, блядь, вот недавно были там. Что ну, там, у нас как-то продукты есть, гречка, рис, там макароны есть у меня. Вода там есть, короче, прям кнопку нажимаешь, вода течет там прям чуть пониже. Как бы на первое время, блядь, если этот, аккуратненько, спокойно, в принципе, там можно и как-то это, лучше, чем на улице жить. Естественно, и так, сегодня, мне думали, кажется, встали утром. Просто не это дело, не как... дело. Не дело, блядь, сейчас дожди падут вообще. Сегодня дождик, блядь, завтра, допустим, блядь. Да и все равно не дело так. Дело, ну. Да и там тоже ускладывают, нужно... бесплатно работать. Зачем это? Нужно, блядь, Серегу найти. И за Захарчика, и за бутылки. Нужно... Целый день работает по 12 часов. Я тебе говорю, нужно Серегу найти, нахуй. Если, блядь, у него на самом деле, блядь, квартира, нахуй. С ним перепиздеть, нахуй. Че за Серега? Квартиру сдает? Он не сдает квартиру. Он говорит, что купил. Здесь где-то в 10-м, блядь. А. Двушку, нахуй. Мы когда приехали, блядь, с ним пошли. Ну что-то, блядь, засомневались, нахуй, что у него квартира есть, блядь. Он пьяный уже, блядь. Он прямо пошел, мы, короче, завернули, ушли. Он кричал. Он что-то крикнул пару раз, нахуй. И ушел. Куда ушел? Ну, если он не работает нигде, я тоже так подумал, откуда у него может быть квартира, если он ходит постоянно вот тут на это, то на ДК-шке, то здесь. На кого как, под небом открытым спалишь? Зачем? А как, где, здесь? Нет, там. А. Подушки принесли 2 штуки, блядь. А там что у вас, оборудовано, что ли? Ну, палаш постелили. Палас раскидываешь, нахуй, одеяло там, блядь, и подушки. Нахуй. 2 подушки, все. Все равно холодно, наверное, да? Ну, блядь, ну... Сперва я холодно, а потом под утро солнышко встает, все. Ну что, давай решать будем, что? Входим, посмотрим. Да на кипов. Ну, короче, сиди маленький, минут 15, короче, посидим, потом пойдете вы, мне наберете. Ладно, какой-то, если ничего не определится, то за это. Да. Чтобы и тебя не обнадеживать, и это. Да, да. Да по идее, мне, знаешь, что жена вообще говорит, Леха, этот, блядь, оставь, говорит, пока. Все как есть, короче, ну, оно, в принципе, спешки у нас нет такой, но, да? Но. Просто ты из-за этого позвонил, я из-за этого говорю, блядь, людям просто, ну, трудные ситуации оказались, говорю, как-то этот. Что-то как-то, блядь. Я миллионы, конечно, не обещаю, нет, но... Ну, да, да. Здесь морпех был бы, короче. Здесь и шалаш, блядь, нормально в состоянии был бы. Здесь нормально было. Мы здесь у него вообще все охуительно было. Мы же входили, здесь все было нормально, а было устроено. Там варенье сзади, блядь, дохуя стояло. Нет уже. Ничего нету, нахуй, ну. ничего нету. Вот. Одна стоит банка, нахуй. И вот то, что мы оставили. Да, и то, что мы, бля, хорошее оставляли, нахуй.
Видишь, блядь. Тут подушки были, мы принесли от кресел. Застелено было все. Ничего, короче, нет. Все, бля, бомбили. На первый день, когда приехали, пришли сюда. Ну, приехали, конечно, уже поздно. Сейчас ночи. Мы в час только... Мы в городе были, да, в час? Да. Бля, быстро добрались нахуй, махом. Там люди спрашивают, просто тогда вас когда снимал, что, где они, как они там, блядь. Все это, все дела. Ну и мы, как туда, блядь, с урожайного до трассы, нахуй. Там, сколько? Там еще вещи, где-то, конечно. Где-то километр, нахуй, может быть. Там еще шмотки наши остались, блядь, уже те шмотки, блядь. Я говорю, сука, блядь, поторопился с этим, блядь, мужичком, блядь, чтобы вещи свои с деревни привезти. Так бы они в деревне лежали и лежали бы, нахуй. Нихуя бы ничего не было, нахуй. Он говорит, а я, говорит, съездим, нахуй. Давай, да, съездим, тут привезем, блядь. Привезли, сука, нахуй, нахуй, на свою голову, блядь, привез, блядь. Там и зимние, и осенние, все, блядь. Это пока вот в квартире не решится, ты их никак не перевезешь. Ну да? Вчера я же сказал, пускай пока лежат. Определитесь, как приедете, заберете. Я же вам номер давал где-то 6 тысяч, там, хата, нахуй. Сидоровки, да? Не звонили вы? Нет, пока что не звонил. 6 тысяч-то нормально. Так а что, ты попробуй, знаешь, что сделать? Позвонить, договориться, себя с нормальной стороны покажешь, скажешь, вот мы сейчас заедем сразу на работу. Ну, как бы это. Да, конечно. С первой получки, блядь. Да, да. Просто так ей, блядь, старайся. На работу. Нет, даже можно у тети Гали деньги же, блядь, взять, нахуй. Тетя Гали можно, да, взять, а потом отдать ей, если у нее устроишься. Так объясни ей ситуацию, скажи, вот так и так. Да? Скажи, я готов работать, блядь, просто, ну, где-то приостановиться надо. Тетя Галя-то знает она нашу хуйню. Она, мы объяснили же, она, у нее тоже там дача рядышком с этими, которые мы были. Она, блядь, тоже она дача. Понятливая. Я к ней приходила, она помогала, чтобы на дорогу заработать, чтобы доехать. Два дня ходила в огороде, помогала, она заплатила мне. Я, говорит, работу всегда, говорит, оплачиваю. Хоть бы кто работает, хоть час, хоть два, я, говорит, все равно, говорит, оплачиваю. Просто, блядь, в вашем положении, мне кажется, пить не надо, самое главное. Да. Потому что люди видят, что пьете, уже как бы по-другому смотрят. Я у них, мы, блядь, работаем, мы я не у них, блядь, парник, мы, блядь, перекрывали с ним, нахуй. Угу. Старый, короче, сняли поликарбонат. Новый, короче, нужен, блядь, стиль. Полностью. Бока, крышу, все. Но у него, блядь, 6-метровый, видишь. Угу. Быстро мы сделали, блядь. Ну сколько? Часа два мы поработали, блядь. Ну все. И сам муж помогал, нахуй. Ёшний муж, Вовка. И Сашка, вот, у кого мы были, нахуй. Втроем, короче. Ну тот нихуя ничего не делал, у того руки болят, блядь. Сашки, нахуй. Мы вдвоем все с Вовкой почти делали, блядь. Ну, быстро мы сделали. Я крутил только, блядь, шуриком. Так, сейчас смотри, какой план действий у вас вообще? Сейчас мы до хотим. Ты смотри, до Наки подойдите. Да. Потом с тетей Галей дойди лучше, вот обязательно, вот этот момент. Дозвониться надо, она же. Да, вот дозвонитесь, лучше вот этот момент сделайте. Да. Скажи, тетя Галя, вот такое положение, скажи, нам денежку нужно, много-то, в принципе, не надо. Тут сразу может по объявлениям посмотреть. Я к вам. Сразу ей трудовую отдашь, и она. Я к вам с интернетом приеду, с телефоном этот. Посмотрим вам комнату, может, какую-то здесь вот. Тут есть в этом. Даже, блядь, 5 тысяч есть, наверное, 4 тысячи есть. Вот, а? Общаги, нахуй, общаги сдают. Че, вам много вот не надо? Нет, конечно. А там в плане что-то там, может, какое-нибудь там постельное белье, что-то мне скажете, я вам привезу из дома. Что-нибудь такое на первое время. Ну, да. Да, сейчас попробегать. Так что приходит. Давай вот этим, Лёх, займись. Ну, сейчас займусь я лучше этим. А потом мне позвоните. Короче, что? Парнишка мне снял общагу. Угу. 4 рубля в месяц, нахуй. Заплатил. Без счетчика, без нихуя, он сразу заплатил, короче, нам ключи отдал. Пошли, говорит, я покажу. Заехали, все. А. Ну, постельного не было, ничего, короче, так просто. Диванчик, блядь, подушка. Да вся хуйня это. Да. Блядь, и знаешь, что меня напрягало там? А. Вот, блядь, вроде все нормально. Кухни, пожалуйста. Угу. Посуды не было, но это хуй с ним, посуду как-то можно было. Посуду я вам тоже дам. Нет, это можно было, блядь, найти можно даже было. Можно было бы найти, да. Тем более у нас деньги, он нам что-то деньги оставлял каждое утро, когда он уезжал, нахуй. Он на жрачку, на хуячку, там сигарет, блядь, оставлял, сам сигарет привозил. Но, блядь, меня что, блядь, больше, блядь, бесило, нахуй. Клоповник. Ау. Клопы. Это страшно вот, вообще. Вот, я поэтому, блядь, с этой хаты, я говорю, короче, я позвонил ему, я говорю, Димон, короче, я говорю, или, говорю, новую хату снимай, говорю, нахуй. Я говорю, тут, говорю, жить не буду. А что, говорю, я говорю, клопы, ебаный, говорю, ты что, говорю, дурак, что ли, говорю. А мы как раз хотели ехать на шабашку, блядь, с ним в этот, в Нурлат. Угу. Он этим занимается, блядь, как его. Короче, тоже по интернету смотрит, ищет шлагбаумы вот эти, блядь, камеры, короче, сигнализации делает, нахуй. Все, ищет, нахуй, блядь. И вот нашел там у этих, блядь,
у нефтяников нахуй, или у газовиков ли, короче, шабашку, блядь, нужно было просто, короче, доделать нахуй. Доделаешь, он говорит, я, говорит, сразу, говорит, плачу. Угу. Мы должны были ехать четвером нахуй. Да, четвером на машине. А он, блядь, сука, без прав, блядь, он без прав. Поехали мы нахуй, ебаный в рот, ко мне в деревню, в Сарманово нахуй. Он без прав едет. И нас, блядь, здесь на этом, на Сарманском, короче, мусора тормозит нахуй. Угу. Мусора, блядь. Тот тормознул, все, хули. Мент подходит, я такой-то, такой-то. Ваши документы, тот трезвый. Но я, говорит, без документов, говорит, у меня даже, говорит, прав нету нахуй. Все, че, айда, выходи, пошли в машину, блядь. Тут деньги лежат нахуй. Наши деньги для красной дороги, блядь, нужно было. Я деньги беру, блядь, выхожу, я говорю, Димон, деньги, говорю, держи. Он такой, ладно, сейчас, говорит, давай, деньги взял. Менту ничего не предлагал, ничего. Позвонил, блядь, хозяину машины, парнишке, блядь, тот пришел с документами. Менты даже, блядь, даже документы не смотрели. Эвакуатор вызвали, машину, бля, погрузили, увезли. Ну, пидорасы такие попали, за. А он, оказывается... Короче, хозяину машины, блядь, 30 тысяч штраф сразу же. Сразу. Автоматом, бизнес, да? Автоматом, да, 30-ник. Выписали. А парнишка, который был за рулем, блядь, 350 рублей штраф нахуй дали. Все. Тот сразу деньги достал, им пятихатку отдал, вот вам, говорит, штраф нахуй. Мы стояли зимой, хули, в ноябре месяце, да, ноябрь месяц нахуй. Стояли, блядь, замерзли нахуй. Смотрю, Димон уже идет. Тогда пошли, говорит, домой нахуй. В общем, смотри, Лех, сейчас вот если вот так у вас получится, ты же ведь можешь и там, и где-то работать, а после работы ты можешь мне звонить там, блядь, я тебе какую-нибудь шабашку там на даче. Понял. Потихоньку делаю. Когда выходные будут. Да, например. Оп, немножко какой-то, что-то какой-то себе там, да? Куштанеж сделали там. Чтоб по-человечески все было, блядь. Нет, базару нету, да? Я же тоже не могу вас, блядь, привезти там у вас, вам сказать, вот вам водка там, вот вам, блядь, не, селедка. Да, и да, ебашьте, да. Короче, мне. Я же не животное какое-то там. Ваня, вот этом. Понял. Да. Так что давайте двигайте сейчас, сделайте. Да? Сейчас мне все, позвоните. Да, все, пробьем. Если она вам, короче, скажет, да, я вам помогу, сразу там мне звоните, я приезжаю с интернетом, ищем вам подходящую комнату какую-то, ну, через интернет. Да. Еду с вами, договариваемся там, да. Как и бы еще, это. Вещи пока пускай здесь, потом. Пошли, покажи, что там за вещи. Интересно, как вы там спали, как она процедура пакет, происходит. Пакет нахуй не бери. А не, возьми, дальше, возьми пакет. Тяжело, Леха, да, когда некому помочь, блядь? Блядь, базару нету, вообще пиздец. Люди, блядь, только осуждать могут. Ты что? Смотри, сверху. Подушка. Одеяло, все пиздец. Это вы здесь, короче, вот прям расстилаете и спите? На бетоне? Да? Не замерз... Холодно на бетоне? Нет, что там. Нет? Напрягает, вот. Дома вот эти. Ну, это тоже не жизнь, правильно? Это вообще не жизнь, а. Какой-то пиздец. Самое главное, желание было, по остальное получится. Конечно. Желание-то есть? Нет, желание-то есть, блядь. Мне вчера один, ну, мужик написал, короче. Леха, здорово, говорит, туда-сюда, давно тебя смотрю, молодец, говорит, много кому помогаешь. Я сам, говорит, бухал, бомжевал. Сейчас, говорит, яблоками. Яблочки где-то там выращиваю. А-а-а. Занимается, блядь. Здоровый стал такой, все. Новая жизнь. Ты, говорит, покажи с этим. Я говорю, ладно, обязательно покажу. Как бы выход есть, не все так печально, блядь. Да, ну вот, мы опять помогали. Они до осени, потом дачи ничего не отапливают, лета нету, думаю. Там тоже не жизнь здесь. Все равно надо свое жилье искать. Это точно. Самое главное было бы где остановиться, блядь. Ну что, позвоните, короче, ладно? Да, Лёх, позвоните.